Всем привет, дорогие друзья! Всем привет! С вами, как обычно, Вуди. Enter. И на ваших глазах мы обозреваем карту CT0002. Это у нас варкап под номером 194. Проходил он с 31 марта по... Ой, подожди, с 24 марта по 31. Собственно, были очень классные результаты. Да, мы делаем его, к сожалению, с опозданием, но ведь, наверное, надеюсь, ничего страшного. Да, по идее, ничего страшного. Так, ну, в общем-то, 2 Enter да, особо не играл, так, поэтому так будет... Так я ее мало играл, я буду ее смотреть, обозревать первый. Первого проходца. Да, здесь мы видим, наверняка старт находится вот на этой штуковине. Ух ты. Что нам дает? Старт нам дает... 30 неуязвимости, куча скорости, много-много скорости, которая не кончается. Еще что-то дает. У меня сейчас... Ух ты, у меня оружие есть. Итак, у меня есть перчатка, обычный этот автомат, рокеты бесконечные, 200 плазмы и обычный... Ну, это пулемет, я уже говорил. Вроде все. И когда я пересекаю, мне дают... Броню только добавили, да? Броню, скорость и неуязвимость. БС, да. Добавили, вот. В принципе, ну все. Ладно. В принципе, больше здесь ничего с этим не сделать. Тайм-ресета нету. Да, тайм-ресета вроде бы нету. То есть я возвращаюсь, у меня таймер все еще продолжается. Так, ползем вперед. Ползем, ползем. Здесь поворот налево. Сейчас. У меня не слишком ярко. Да нет, вроде норм все. Поворот направо, и здесь куча кровищи и тоннель с кровью, который меня... Кровища как бы намекает, да, что да, и она стоять. Меня убивает. Во как. Ладно, попробуем ее просто пропрыгать. Да, ну когда прыгаешь, да. Отнимает совсем по чуть-чуть. Вот у меня 87, один прыжок. Ой, черт. Что-то он по-разному как-то... Как-то, да. Ну, в общем, около 15... Не, по-моему, отнимает. Побольше даже. Давай еще проверю. Блин, я не посмотрел, сколько было. 94. Стало 86. Сейчас отнял вообще 12. 78. 68, 10. А сейчас вообще 40 отнял. То есть он где-то от 10 до 50 он отнимает. Не знаю, с чем это связано. Может, там. Возможно, с неровной продолжительностью прыжка в том. Ну, то, что ты не постоянно, не по фреймово находишься на земле. То есть во время приземления. Да, в смысле, прыжка не по фреймово. Нет, мне кажется. Я не знаю, с чем это связано. В общем, короче, какой-то рандом. Да, мы... Внизу там он слева вроде что-то лежало. Тут так, ну у меня, да, у меня ракеты есть, я их могу использовать. Опа, и тут тоже убивает. Да, я буду очень медленно ползать тут и смотреть, что здесь есть. Здесь вот эта штука меня убьет. Как... Так, надо это... Это читы? Читы? Ну блин, карта дивмап? Нет. Чтобы мне каждый раз не бегать туда, чтобы я мог нормально комнату полазить по да, ней. Да, это будет правильно. F4. Так, мне вот интересно, что здесь наверху? То есть наверху меня убивают вообще почти каждый раз. Пролезть я вроде бы не могу. Да, прикольно было бы, если бы я смог пролезть туда сюда. Просто карту крашнул сразу. Все, обзор закрываем, ребят. Все, уходим, расходимся. Не, мне хочется как-нибудь залезть туда. Да е-мое. Но, скорее всего, не получится, потому что вот здесь только перилина. И снизу здесь тоже ничего нет такого. В общем, я туда не пролезаю. Да, сейчас головой. Ну-ка. Нет. Я даже с приседом я... Меня что-то убило. А, я здесь сейчас. Подожди, он вдоль всей стенки, что ли, убивает, или... Ну да, вроде, получается так. Нет, я... В общем, здесь килл. Здесь килл, 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 везде убивает. Около этой стены. И... Нет, дамажа просто сильно. Ну, система, да, та же самая, что и на полу, там, где короче. Да. А тут проход идет налево с джампадом.
который нас кидает наискосок туда куда-то. То есть, если я приземляюсь на этот краешек, он меня прям как раз кидает наискосок и туда, туда для залета. Снизу у нас ничего интересного. Просто кувшинки, здесь ничего нет. И одна и плазма здесь лежит. Зачем, непонятно, потому что вроде бы у меня и так плазмы там 200 дали. Ну, может, это расчет на нубов? Непонятно вообще, зачем здесь плазма, если она у меня и так есть. Да, надо было здесь с плазмой попробовать. Нет, там не получится, все-таки меня убивают. Ладно. А, что еще можно? Дальше. То есть, как я понимаю, здесь никуда не получится пролезть. А там наверху что-нибудь есть? Наверху тоже ничего нет, тупо потолок и все, кажется. Ща. Я проверить хочу. Я вдруг там можно вылететь на... Оба! Оба, читы просто. Прикольно. Квад. Я сейчас с читами, ну ладно. То есть это плазма для того, чтобы кто-то подошел, взял ее. А, нет, нужно взять сначала Battle Suite. Ой, точнее, скорость. Забраться как-нибудь наверх. А, я понял, как это делать. Мы же там разгоняемся, у нас скорости много. Мы можем здесь пустить рокет. И здесь как-нибудь 2х сделать или что-нибудь такое. Наверное. Хотя проще реально. Не вот так вот. Посмотри хотя бы, сколько там квада-то дают вообще. Может, то его вообще не надо брать. Зачем он нужен, если он бесполезный? 5 секунд. Ну, по мне, так это не совсем бесполезно. Ну, чё? Ой, не совсем, то есть, а совсем бесполезно. Абсолютно бесполезно. Он один раз появляется, и все, и больше не взять. Жаль. Ладно, сейчас я еще разок его... Ах ты. Так, возьму квад. Я хотел туда посмотреть, можно там? Нет, нельзя, склип. Ну, по идее, с квадом... Ты пока упадешь, пока туда-сюда, у тебя я там... Сюда, здесь тоже везде клип, который не пролезается. Так, ладно. Здесь только падаем вниз. У нас отобрали... Все. Отобрали, да. Все, вообще... Отобрали при выходе на рампу. Не-не-нет, ниже. Не где все. Рампа начинается, отбирают, по-моему. Вот здесь горизонтальный такой, по-моему. Вот здесь как раз. Ну, этот... горизонтальный, да, где рампа начинается, по-моему. Вот здесь, да. Да не, он, по-моему, вообще вот здесь вот натянут. Горизонтально. Вот эта полоска. Может быть, да. Я когда тестил, проходил, мне приходилось рокетом вот здесь вот в эту фиговину стенку стрелять, чтобы пролетать. Или вот в эту. В общем... Короче, у нас все отобрали, у меня есть только автомат и пила. Здесь дали две ракеты. Еще одну. И дают постоянно, да. Сколько можно набрать. Здесь у нас ничего нет в этом бассейне. Подъем наверх. Это слик, кстати. Слик. Здесь наклоны, то есть она сликом покрыта, на ней можно так вот разгоняться круто. То есть можно. Но не уверен, не знаю, нужно или нет. Просто тут и так скорость большая и... Ух ты, Гвенка. Тут граната зачем-то лежит. Как ты неожиданно все находишь. Да. Так, ладно, что тут еще есть? Там он мига лежит, которую лучше взять, потому что да, у тебя 7 хп было. Right through the tube, Jerry. Так, я сохранюсь. Неизвестная дырка какая-то, да? А вот я и к старту бросил. Тебе дали опять хейст, дали БС. Который не отобрался, кстати. То есть по второму разу триггер не работает, который отбирает все. Ну, нет, счетерить не получится, я просто думаю, как это можно использовать, но вроде никак. Здесь у нас клип через всю стену, а он
Нет, он не вебом. Так, у меня... А, я водолез. Сейчас мигой хватит. Так, окей. Так. Дальше. Дальше проход вперед, ну, повороты. Сворачивать негде, да, все. Рампочки, по которым надо будет наверняка там какой-то спейсинг соблюдать, чтобы все их задействовать. Это просто полосочка. И аквариум. Офигенный аквариум, да, он такой крутой. Хочешь домой такой? Тут смотри, тут травка есть в аквариуме. Кусты есть. Рыбки плавают. Причем они так классно плавают. Они по разной траектории. Да, сначала... А потом они все улетают, видишь? Там джампад просто стоит. Вот из этого куста они начинают туда. Прикольно. Классно сделано вообще. Травка. Они типа заезжают за куст, за травку. Подожди, я хочу почитерить немножко. А, нет. Это не вода, это короче... Это просто не знаю, слой воды. Нет, ну просто здесь вода, она внутри этого... Стекла, по-моему, запилено, то есть я не могу здесь находиться. Меня... я застреваю. Угу. Вот, а так здесь... В общем, сделан аквариум офигенно, мне очень понравился. Понравилось такое использование аквариума. Респектули. Да, классно. Так, дальше. Дальше рампа, подлет наверх. Так. Лезем, падаем вниз. И здесь лежат патроны для ракеты, джампад, чтобы вернуться назад. То есть, теоретически, никуда здесь не пролезть, кроме как туда. Залезаем наверх. Ползем вперед. Поворот налево. Здесь дали... Здесь, по-моему, куча ракет дает. А, мне еще скорость дали. А где ее дали? Я не заметил, где мне ее дали. А тебе там дали на джампаде внизу, по-моему. Сейчас проверим. Эх. Нет. А на том. А, тут один? У меня ракеты нет, у меня ничего нету. Ой, это... Это не то. Это меня, видимо, вот здесь вот. Где-то, значит, дают. А почему здесь не дали? Да это уже давали. Типа читерам не дают, ты же читер. Все. Блин. Может, ты случайно нажал, типа, спид себе дал, нет? Нет, а где ракеты? Чего мне ракеты там не дают? А, потому что у меня... И так как максимум, что ли? Что-то я не пойму. Странная непонятная фигня. Так, ладно, я сделаю через F3. Просто телепортанусь без всего. Во, сейчас дали. Сейчас мне дали две ракеты, 200 плазмы и все. Так. Я подумал, что она сейчас тоже дамажить будет. А нет, джампад не дамажит. А, залезаем наверх потихоньку. Здесь нам... Здесь еще хилка наверху. Потратил все ракеты. В общем, проход здесь один-единственный. Залезаем наверх. Ой, я боюсь туда падать. Хотя я сохранюсь и упаду. О, да, прикольно. То есть это на старте же дырка получается. То есть ты сверху телепорт-триггер. Да-да-да, если снизу вверх попытаться залезть, то здесь будет клип, то есть в который головой бьешься. Если сверху вниз падаешь, то тебя телепортируют вот сюда, куда-то. Так, дальше тут ничего нет. Здесь у нас сверху БФГ. Так, сейф пос. 20 БФГ. Можно полететь вниз, и здесь ничего нет. Думал, хоть аквариум не будет, не? Нет аквариума. Там точно ничего нет? Точно. Точно. Сотка, да, сотка. Инфа сотка, я сам. Да, стенка, видишь? Нет ничего, да.
Окей. Да, веришь мне? Будешь мне в следующий раз доверять? Хорошо. БФГ. И здесь проход прямо. Зеркало. И мы телепортируемся куда-то. Ну, так как я проходил, я могу сказать то, что после телепорта здесь финиш. По-моему, на этой штуковине, да? Или при появлении? Да, да. Еще раз спрашиваю. На этой фиговине или что? При появлении? Нет, в смысле? Финиш... А тебе написал, что читы ты, нет? По-моему, ее надо взять. А может и нет, я не помню. Еще раз вроде спрашиваю. Вроде бы не надо брать. Че? Финиш-триггер находится на... Я не помню, я тебе говорю, тебе написало, что читы или нет? А, ок. Так я старт не пересекал. Я старт не пересекал, поэтому спрашивал. Итак, я сейчас... При приземлении. Ага, при приземлении. То есть, можно... То есть, все равно, пытался ли ты там что-то делать? То есть, останавливался ли ты? Ух ты, надо же. Надо было поближе. Ну, здесь разницы-то никакой. В общем, здесь на этой фиговине горизонтально наложен финиш-триггер, который, при касании которого происходит финиш. А эта штука здесь для красоты. Это, как его, реген. Вот, а здесь нас дамажит. Я сейчас умру, если это... Зацеплюсь. Сейчас я здесь чуть-чуть полетаю, посмотрю, может здесь еще что-нибудь интересное есть, хотя сомневаюсь. Да вроде бы нет, если помню. Секретка какая-нибудь, еще что-нибудь. Ну кроме как дырки для крыс я не нашел. Дырки для крыс? Да, вот это вот, которая нас телепортирует. Подожди, она... Сейчас... Видишь, он пишет Right through the tube Jerry. То есть Jerry — это мышка, которая... Знаешь, там и Jerry. Ну. Вот. Он... Ну и все, вот ты туда идешь, телепортирует тебя. Ща. Ты дырка, как бы тебе говоришь, что все, детство закончилось. Я пытаюсь там остаться, так, чтобы не протонуться. Во. Я прошел все. Телепорт. Ты прошел игру. Сейчас. Теперь ты просто, я не знаю. Даже не знаю. И упадешь сейчас, наверное, в карту. Что, не идет туда все? А, здесь черные текстуры какие-то. Ай-яй-яй, косикнул, блин. Маппер. Ай-яй-яй. Я думал, тут это конец, ну ладно. Секретики, думал. В общем, вот такая карта с кучей всего интересного. Секреты здесь, к сожалению, я не нашел. Ну, секрета, скорее всего, и вроде нету. Mm-hmm. Хотя было давно, я и не помню. Хорошо. Ну, ладно, попробую чуть-чуть побыстрее пройти, а потом Вуди покажет, как надо быстро проходить. Судя по всему, здесь нужно начинать с... Ну... С ракеты, то есть, наверное. Или отсюда здесь делать ГБ, или оттуда ГБ, отсюда ГБ, не знаю, как-нибудь. Вот я сейчас просто рандомно пострелял. Ну ладно. Вот очень быстро получилось. Да. То есть это продолжать в том же духе. Буст здесь, буст здесь, и получается вроде быстрое прохождение. Так как у нас много ракет, с ракетами самое быстрое обычно получается. Вот. ГБ на минус 700. Ну, это я не умею. ГБ делать. Так, здесь у нас собрали оружие. Да, здесь мы залезаем наверх. Две ракеты. Здесь, по-моему, просто даблджампом лучше всего залезать. Да, ракеты сохранять. И ракеты где-то вот здесь, в стенке использовать. Ну, я сразу спойлерну, я, наверное... Ну, хотя нет, ладно, пока. Здесь 4 ракеты дали. У тебя появились ракеты, да. Их дают при заходе на рампу, по-моему. Тут залезаешь, у тебя нет хп, обрати внимание, у тебя нет хп. Да, я сейчас возьму. У тебя кончился БС, у тебя его отобрали. Или он кончился, или его отобрали, я честно. Все это время ты находишься с хейстой. То есть у тебя все, да, походу, на всей карте есть хейст, да. Если его где-то сейчас... Блин, я боюсь, да, умирать. Умирать — это не страшно. А.
18 секунд. Просто я медленно проходил, поэтому он успел кончиться. А! Еще 9 секунд. 6, 5, 4. В общем, прыгаем сюда. По идее, батл свиты хватает на то, чтобы пройти всю карту. То есть даже если, вот как я, медленно проходить, за 30 там с чем-то секунд можно, по идее, пройти. Добежать до сюда и здесь финишировать. Вот. Из... Ну, давай ты показывай, ты же проходил, что я тут. Сейчас. Так. В общем-то, я... как? Так, давайте со старта начнем. Тут... А, я забыл кнопки включить. А то я показывал без кнопок. Я совсем... А, да это, мне кажется, не особо прям так важно. Ну ладно. В общем-то, я точно прямо все пути не помню, как можно проходить. Все, что вспомню, я скажу. Все, что не вспомню, скорее всего, мы увидим в демках, потому что демок очень много. И я думаю, что вариативности тут тоже люди, ну, напридумывали сами, в принципе. Один из вариантов тут начинать ГБ с этой стены, вот как Энтер показывал, в следующем ГБ с, уже с хейстом заворачивать туда и там, собственно, продолжать. Как я сказал случайно. Это бывает затруднительно, потому что нужно сделать здесь ГБ очень хороший, там где-то на 1250, да? Чтобы вот здесь хорошо, очень, очень хорошо, чтобы здесь завернуть и не зацепить этот угол. Если этот угол зацепляем, естественно, этот ролл... Плюс там... нужно... На, ну, мало того, что на 1200 сделать, нужно еще не, спот, не воткнуться в стенку, которая вот эта вот сбоку находится. Да, да, да. Ну, либо воткнуться, но за лоу-баш. Ну, вот как-то так. Но я так не делал, потому что это слишком запарно. Это как бы, ну, реально нужно сидеть, вот этот ГБ, он может получаться, не получаться, там и так далее. Я просто доходил до старта, сразу нам дают хейст. Я доходил до старта и сразу сделал ГБ. Вот так. Мне показалось это... Ну, по чекам я там сравнивал, это примерно одинаково выходит. А подожди, зачем ты доходил до старта? Я так и не понял. Что тебе мешало первый рокет стрелять? Что? Вот нет, я тогда... Опять та же проблема у меня будет. А, нет, там же... В смысле... А здесь я с хейстом делаю, но 1300 могу сделать. А, и ГБ, я имею в виду, удлиняется. Да, да, да. А, понятно. Вот. То есть... За, если у тебя хейст, то ты на, во время ГБ больше скорости набираешь. Да, да, да. Ну, естественно, это ты. Сколько ты в дефраге? Нет, я объясняю людям, что. А, ну да, да. Вот. В общем, мы эту. В принципе, мы минуем вот этот момент, который отбирает ХП. И здесь самый, естественно, адекватный. Как это сказать? Вариант. Адекватный вариант, да. Это стрелять просто в стену и как бы, вместе с рампой и залетать вот в эту рампу, потому что она будет толкать нас вниз, естественно, вертикальная скорость больше, и, естественно, все будет получаться быстрее. Сейчас я попробую. Ну вот примерно так это выглядит. А, ракету у нас выбирают где-то вот тут вот. Сейчас, погоди, 5 сек, я проверю, как у меня запись RDD. Да, все ок. Давай, продолжай. Ты забыл. Да, отбирают вот здесь где-то рокет. Либо здесь, либо вот здесь. Я, честно, точно не помню. Но, скорее всего, вот здесь, да? Он вот так вот натянул. По-моему, да. Или... Я так думаю. Да, я не декомпилил, я предположил, потому что... Ну, это как бы очевидно, да, в принципе. Потому что здесь натягивать было бы неудобно. Его можно было бы, может быть, как-то миновать, да? Как-то залобажить этот угол. Ну, такие моменты бывают. И нужно умудриться нам, чтобы выскочить с хорошей скоростью, нужно умудриться здесь еще отстрелиться успеть. Просто отстрелиться лично для меня мало, хотя, ну, можно просто отстрелиться. Я делал ГБ на этой рампе. То есть я стрелял в эту рампу и успевал стрельнуть здесь. Так как у меня хейст, это, в принципе, почти всегда получалось. И вылетал я со скоростью около 1700. Я успел. Я успел, там что-то я словил какую-то на краю рампы фигню какую-то. Вот. Ну, 1500, да? Продолжаем, в принципе, прыгать. У нас много скорости. Этот слик тоже желательно использовать, потому что если просто даблджампить, можно потерять много скорости.
А если заходить чуть-чуть правее, при этом, как, ну, на скорости мы заходим на слик, чуть-чуть сликаем, набирая скорость, потом только нажимаем прыжок, мы и траекторию себе делаем гораздо лучше и ниже, как бы, да, по отношению, в принципе, к полету. И можем не использовать ракеты, которые нам дают, и использовать их, как и говорил Enter, где-то вот там. Я хотел про предыдущее место мне чуть-чуть рассказать. Ты же в курсе то, что там из-за такого, ну, когда падаешь, вот вниз, когда падаешь, там получилось у тебя двойное использование буста. Ну, точнее, скорость, ну, время буста, которое ты... Да, вот в демке там как раз, по-моему, это будет. То есть там даже Москаль пофреймово разбирал. Сам буст 300 миллисекунд, по-моему, да, идет, нет? Ну, допустим, как бы сейчас это не особо важно. Допустим, 300 миллисекунд. Я сликал 350 миллисекунд, да. По-моему, в этой демке. Да, вот, почему это случилось? Потому что после выстрела ракетой он сразу коснулся пола. Успел просликать там, не знаю, 150 миллисекунд, а потом упал еще раз на пол, который внизу, и от выстрела ракеты до пола ему хватило времени. Ну, в общем, обнулился счетчик этого буста, и он смог еще раз там эти же 200 миллисекунд просликать. Да, тем более, что здесь рампа, мне не кажется, да, она не до пола, да, как будто? Mm-hmm. С небольшим таким там выступом. Пиксель, да, такой маленький. Да-да-да. Там буквально, не знаю, 3 юнита, может, 2. Вот сейчас я попробую все вместе сделать вместе со сликом. Ну, бывает так. Рампы багуют. Это фраг, ничего страшного. И вот здесь мы где-то по своему усмотрению можем использовать. Здесь нам дают еще ракеты. Естественно, на поворот одну используем. При вылете с рампы одну используем. Летим сразу туда. Так, остается у нас здесь две, по-моему, да, эти? Да, здесь еще дают, здесь, да, неважно. Здесь-то... И желательно вот там вот с рампы, когда мы вылетаем, желательно... Ну, может, не то чтобы желательно, желательно иметь много скорости. При скорости 1300 где-то, вылетая с этой рампы, я просто без приземления долетал сразу до этой стены и сразу же делал ГБ. Uh-huh. Вот. Получалось пару раз, что я где-то вот тут прыгну, но по факту, по плюсам почему-то получалось медленнее, не знаю за счет чего. Но за счет того, скорее всего, что я позже прыгну, то я позже, да-да-да, позже делаю ГБ, естественно, получается задержка и небольшой минус. Угу. Вот, так у меня кончился ДС. Я единым целым попробую все сделать. Да, блин, каждый раз вот начинаю и первое это багует. Так используем, даем приютную еще ракеты, так примерно вылетаем, делаем ГБ. И вот тут я, тут в принципе ракет много, а финиш уже очень близко. И нужно их очень грамотно, по идее, распределить, чтобы скорость росла равномерно и хватило на все, в принципе. При даблджампе с рампы я еще отстреливался в потолок, чтобы сделать вот здесь даблджамп, только я не помню точно получалось, сделал ли я это в демке, потому что иногда бывало, что выстрел очень был горизонтальный, и я падал куда-то вот сюда. Это вот это место, да, оно очень раздражало и меня тоже, потому что после той рампы, когда далеко подскакиваешь, ты втыкаешься, скорее всего, в эту рампу приходилось. Ну вот как ты говоришь, или от потолка толкаться, или от стены как-нибудь, или не знаю, что еще делать. Ну, от стены было не совсем удобно, это было медленнее, по идее, потому что... Ну, вот от правой стены. У нас есть хейст, ну да, вот от этой, да, ты имеешь? Нет, или от этой? Нет, да, да, от этой. Да, сделал даблджамп, завернул, оттолкнулся, ну, почти как от потолка, наискосок вниз. Да, но это было медленнее, как мне показалось, может быть, я так делал плохо. Просто я при даблджампе, я где-то вот тут вот сразу стрелял, и при этом у меня скорость, плюс скорости хороший тоже был. Вот. Ну, но это по времени мне казалось быстрее. В общем-то, здесь с даблджампа я еще раз стрелял ракеты, вот, если дам даблсьют. Я понял. В левую стенку? Да, я стрелял при даблджампе в левую стенку. Ну, не так и не так.
меня все просрал. Да, заворачивал. Оставалась здесь одна ракета, по-моему. А, нет, две ракеты у меня здесь оставалось. И... Четыре дали перед рампой, одну в потолок, одну в стенку. Одну в потолок, одну сюда, да, я... а две ракеты остаются. Осталось. По-моему, я делал вот здесь вот ГБ и последнюю ракету вот сюда. То есть все ровненько у меня хватало, и я финишил. Сейчас попробую все это вместе. Я чуть по-другому тут делал, но ладно. Ну, я все равно медленнее проходил, чем ты, поэтому... Да? У меня, по-моему, концовка была ужасная. Ну, концовка там... отдельный вообще разговор, потому что там действительно бывает вот с этими рампами, со стрелами от потолка. Еще как что повезет, не повезет там вообще. Что такое? Почему я... быстро падаешь. Я тоже с этим местом очень мучился, я дошел до того, что Рокет вообще стрелял заранее даже. То есть тоже так делал. То есть там чуть-чуть заранее, чем касаешься передней стенки. Ну, так вообще. Вообще можно ротик вот сюда оставлять. Здесь поворот. 1100. Ну, блин. Ну, блин. Ну, что такое? Не разыгравшийся еще. Ай, быстро. Ну и в общем-то вот там ГБ, понятно, делал я одна ракета. В принципе, все, тут вроде, да. А, о. Забыл, секретка? Да. А там через дальше... ворота можно пройти, все. Ну это вот где рампа. Ага. Это только в одну сторону. Да, да. Все, больше, в принципе, ничего нет. Здесь 5 ракет, я могу, в принципе, попробовать продублировать. А я не помню, кстати, я стрелял с этим или нет еще. А, нет, нет, скорее всего, не стрелял. Да господи, ты что такое? И как-то так я даже финишировал. Так, ну что, переходим к демкам. Я просто не знаю, что хочу показать. Ну тут особо... Да, карта не очень огромная прям, но поэтому... Так, Варкап 194. Начнем с ВК3 демок. Демок много. Демка от Лунтика за 54 секунды. Готов? Да. Плей. Тут уже, тут еще все еще юные. Сейчас уже все намного лучше играют, насколько я могу заметить. Странно какое-то начало. Ну, такой. Я в ВК3 не играл, к сожалению, эту карту, поэтому... Да, я... Ну, здесь явно без этого джемпада надо как бы. Это точно. Здесь он... Рокетом проще было залезать, зачем плазму? Он рокет засейвить хочет. У него циркулов не хватает, почему он циркл не делает? Ну, вот раньше он не делал. 5 ракет целых он сейвит, на рампе одну. На джемпаде, для того, чтобы дали батл сьюит, он, скорее всего, пошел. Забирается наверх, тут дают еще. Все по узким траекториям, по идее, как бы вроде бы правильно. Ну, как бы думает в правильном направлении, это точно. Не очень удачно забрался и... Финиш. И финиш, да. Так, следующий. Так. Пекарь 54.7. На 0.1 обошел. Плей. Даже меньше, чем на 0.1. На 0.50. На 0.50. Да, сейчас посмотрим. Ну, старт получше, намного лучше без джемпада, значит. Ой, долетел сразу, да, без джемпада. Еще ракету там запустил наперед. Вот. А тут с одной ракеты не залезть, что ли? По-моему, можно спокойно. Не знаю, он сейчас, вот он, да, использовал. Я немножко впереди там тебя запустил. Буду спойлерить. И ракет он не использует. Вот решил на джампа попасть, чтобы получить не этот батл сюит.
Но он вот во второй он первую часть карты начал очень быстро, очень хорошо. Да, потом концовку. Но судя по тайму, да, было понятно, что он вторую часть карты пройдет не очень хорошо. Хотя финиш мог быть намного быстрее. Но в целом, вот за то, что из-за того, что он около джампада там у моста затупил. Да, и плазма два раза поднимался. Да, 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 очень много потерял. А так бы мог, мне кажется, и этого хедхантера, да, перебить. Ну, наверное. Который сделал на 2 секунды побыстрее. Хедхантер, плей. Из Луганска. 52,5. Надеюсь, он не будет полчаса стоять. Что-то он долго. Что, перемотать, что ли? Не-не-не. Ты уверен? Не знаю, ну перемотай. Сколько таймскилл? Таймскилл 10, а он стоит. 15.00 что-то начинается. Сейчас давай заново. Сейчас я домотаю до 15. Давай, я на паузу поставил, когда он старт пересек. На одной секунде. 30, 40, 50. 60, 50, 0, 5, 15, 0, 5, 0, 6, 0, 7. Короче, ладно. Неудобно так, да, посмотреть, но ладно, надеюсь, там все. Да. Так, запрыгнем наверх, взял неуязвимость, плазмер поднялся наверх. И ракет наверху завязал. Проще же было... Просто одной ракетой наверх залезть и потом прыгать. Быстрее было бы. Вроде логичнее. Ну только сейчас. Сейчас я досматриваю, сейчас подожди. Так, он сейвил ракеты, прыгал по ящик. А, у него хп нет. Он не брал Battle Suit, да? Я правильно понял. Утопку на 2 секунды побыстрее. Так, плей. Да, 55. Угу. Тоже очень хороший старт. Да, много ракет, неуязвимость, все такое. Тоже кидал вниз. Да, наперед, но ее не словил почти. Вот, с ракеты залезал без плазмы. Во, да-да-да, с ракеты, это же быстрее реально. Ну да. Тем более, что здесь дают еще ракеты. Там ой, врезался. Да. Так, идет на Battle Suit. С рампой зачем-то. Ой-ой-ой-ой-ой. И на финиш совсем не осталось ракет. Да, но сейчас утопку играет намного лучше. Вот реально. Реально. Окей. С марта сколько прошел? 3 месяца, он играет сейчас очень хорошо. Так, деку с отрывом с большим 45,8. На 5 секунд. Плей. Да. С Владивостока у нас ребятишка. Ух ты, наперед рокет. И словил нормально. Вот, начало выглядит вообще офигенно. Да, очень быстро. А вот потом он как-то прям медленно-медленно проходит. Ну, фреймджампы, я тебе скажу, неплохие. Не худшие. Видели и похуже. Так, тоже на джампад за БСом. Эх, залез наверх, перепрыгнул и стрейфом зафинишировал. Ну, слушай, в целом пройдено чисто, как бы особых таких, никаких-то, я не знаю, я бы не... Не, мне кажется, у него вторая половина прям вообще очень медленно-медленно пройдена. Ну да, но там просто больше нужно опыта именно в мувменте, потому что везде повороты, какие-то вот эти рампы и так далее, поэтому он... Как-то. Но он не в ИКУ-3 игрок просто. Ему, возможно, было это все сложнее. Вайпер, Россия, Тольятти. Плей. 44,6.
Тагльятти, Вайпер. Это его первая демка, которую он прислал на DF Comps. Вообще для дефрага. Нужно по всей строгости, он просил оценить. Ой, видишь. Конечно, с трейфом. Все равно прыгнул. Круто. Слушай, классно, да? За оригинальность пока Вайпер отдадим. Учитывая, что это его первый проход. Но я не знаю, это он случайно, наверное, так залетел. Мне не кажется, что... Нет, ну в смысле, он так сразу делал, мне кажется, это и роуд, типа его нет. 142 минуты, как минимум, выиграно. Мне показалось, он случайно перепрыгнул, а потом, чтобы не киляться, решил попробовать рокетом отстрелиться, и получилось. Хотя я не знаю, не могу сказать. Мне кажется, нормально все. О, один хп остался, жесть. Да, финиш. Проходил без джампада с батл сьюитом, да, 44.6, да, очень быстро хорошо пошел, хорошо. Мне понравилось. Хулиганчик. Да. 3 секунды побыстрее. Плей. Из Раши. Год. Ксилиган. Ксилиган. Начинался для ракеты. Потом что-то типа пустил в воздухе, да, смог перелететь. И для вертикальной скорости себя вверх там накидал. Запрыгнул наверх, да, кое-как. Я, кстати, не посмотрел, как там на поворотах, если... Ну, если обо что завернуть. Ну, стены есть только. Да, тоже здесь получается... И... Ой, да. 2 хп осталось. Ну, там 100 хп и 2 ракеты, плюс одно падение, да, минус 10. Поэтому так и получается. Концовка, она там чуть-чуть остается. Декус, Россия, 45, плей. На секунду быстрее, чем Ксилиган. Хулиган. Да, Ксилиган. Начинал с ракет, одну наперед закидывал. Да, долетал. Начало у него быстрее. И под себя еще кинул. Что за монстр? Вот здесь зацепил, да. Конечно. Да. Очень обидно. И причем сервер тайм, смотри-ка. Ну, он обнуляет, наверное. Каждый раз. Там типа, через рестарт сервер. Слушай, ну пока очень быстро. Еще мог бы успеть сэкономить хп, если бы не делал лишний прыжок, а сразу стрелял там ракетой. Видел, он как бы мог по идее сразу залетать. И он бы сейчас мог еще на финишную прямую одну ракету себе кинуть. Еще скорости. Не заметил? А, да-да-да, заметил. На повороте. А там, нет, он не мог, прыгал. У него там 5 хп оставалось, ты чё? Куда он ракеты? Не-не-не, он когда на том повороте... если бы он чуть побыстрее... Он лишний прыжок делал, да-да, он мог раньше залезть туда, то есть сэкономить хп себе. У него было бы 100 хп на тот момент, да-да-да. И 2 ракеты там как раз он бы вот, на финиш. Вот там люди чуть выше, там за 36, мне кажется, так и делали. Ну давай посмотрим. Давай, Хейз 39.1. На полторы почти секунды быстрее. Ну там люди за 36. Кого-то про возраст лол. Нет, 36 секунд. Неплохое, в принципе, начало. Нормально получилось. Зачем прыжок? О, плазма. Это же так медленно. Вот он, наверное, допрыгивал. Хотя я не знаю, хватит ли у него времени, чтобы тут долететь. Хватило, надо же. И ракет хватило, как раз, чтобы до финиша добраться. Угу. Ну все чётенько. В общем, дорожка лучше намного использована, но... что-то не знаю. Ну ладно, Монстрик, 36.2, плей. На целых 3 секунды. Да, на 3 повечу. Секунды. Но мне кажется, он просто плазму сделал, ну, не делал, а остальное практически так же. Уже так. Такие ракеты более сознательные, мне показалось. Ну, то есть не тупой спам, а конкретно вот... Вот, с двух ракет залетал наверх, скорость сохранил. Все, вот это основной плюс составляет. Потому что это очень быстро получается. И получается, у него Battle Suite больше сохраняется. И значит, он его в конце должен... Да, вот у него еще 5 секунд Battle Suite и 4 ракеты.
Он может успеть их куда только можно запустить. И здесь еще на стенку хватает. Да, и... Ну, вот ракету... Это, а. В смысле? Ну ты чё? Да, Молсик, ну ты чё? Да, чё ракета не завязал? Вычтите ему рейтинга, алё, чё за дела вообще? Чего он не стреляет? Ладно. Чуть-чуть его на 50 перевел Кианекс из старика. 6.2, плей. Интересное начало. О, чтобы 2х сделать. Перелетел. Ой, сколько скорости. Мне еще кажется, бы там... чуть-чуть, он бы мог сразу залететь. Мне кажется, там можно как-то все-таки об верхний этот рамп юзать. Только не знаю как. Надо там тестить, смотреть. Но с ней будет быстрее. Падение раньше и все такое. Да, мы посмотрим, там есть топовые демки. Там от Гризли, кстати, по-моему, есть демка. От Гризли, я думаю, будет интересно посмотреть. Ну, от Гризли, топ-1 демка. Да. И вот. Финиш. Хотя... А, они там, скорее всего, можно с нее вылететь. То есть ты не можешь залезть туда сразу, там клип, но в обратную сторону ты можешь вылететь, поэтому они боялись с нее расстрелять, потому что вылетали пару раз. Я не понял, кажется, куда... А, на финиш, может быть, не знаю. Может быть, кстати. Но там надо очень под определенным углом стрелять и вниз, чтобы не перепрыгнуть ее. Так, это кто был? Это Кенекс или кого? Да, Кенекс. Сейчас так, Волви Кенекс, на секунду почти быстрее. 35.3, плей. Push the tempo, там еще какой-то есть? А, это CXE, по-моему. Посмотрим. Он уже больше не играет. От левой стенки начинал, чтобы потом от правой стрелиться. Да, это очень хорошо. Он 2х вниз. Ой. Но он не снял, по-моему. Да, скорость у него маловато было. Немножко, да. О, допрыгнул опять. В принципе, неплохо. Очень много БС-а. Очень интересная дорожка. Угу. Успеет наверх? Нет. А, ну все, ракет нет. В принципе, да, заканчивается стрейфом. 35.3. 31.5 на 4 секунды быстрее. Push the tempo. Ну, CXE. Play. Угу. Очень такой хороший отрыв. Угу. Вот они все близко. 2х. Какой резкий. Вот, он использовал это, как называется, верхнюю рампу. Угу. Вот за счет этой верхней рампы он тоже себе очень много плюса сделал. Угу. Очень хорошо здесь стрейфит и заворачивает. Сохраняет одну ракету. Ой-ой-ой, сразу залетел. Что? Что творит? Мне уже страшно. Ой, еще и БС осталось. Это все, это, не знаю, это убил просто. Ну, блин, в теории у них там остается у всех одна ракета еще, которую они не юзают. В теории ее можно тоже где-то заюзать. Mm-hmm. Перед тем, как... Ну, вот перед поворотом последним, да? Ну, не последним, а ну, тем, где дают 4 ракеты. Mm-hmm. У них у всех по одной ракете, им дают 4 ракеты, и ладно бы это было в плюс, а им дают просто 4. Mm-hmm. То есть у них не 5, ну, а да, 4 я понял. Остается. Рекрут 31.3, плей. На 200 миллисекунд обошел. CXE. Так. Он не юзал, верхнюю рампу, да, быстро, но зато... Он не юзал верхнюю рампу, но заюзал отлично эти две ракеты. Там, в общем, тоже быстро получилось. Да. Ну, то, ну компенсировал. Ну да, CXE он там внизу не успел, не смог из-за этого заюзать. Здесь тоже более так... Хотя вот, возможно, вот так даже бы быстрее, как он сделал. Чем как CXE, не знаю. Ну, он заскимил уголок в самом конце. Да, и скорости, кстати, много сохранилось в конце. Угу. Ну, рекрут достаточно опытный парень, так что... Угу. Кет. Я думаю, к нему претензий нет. Кет 31.0, плей. Еще на 300 миллисекунд быстрее. Сейчас посмотрим, как Кет будет проходить. 2х, да, 2х, классно. Тоже и здесь рампу. Две ракеты она, очень классно получилось. Да. Ой, 2х. Приз за оригинальный скет. Да. Ну, вот вообще это круто, но я не знаю, насколько это...
Возможно, у него просто не очень он четко получился. Потому что он еле-еле вообще долетел. Либо он получался лучше у него обычно, либо это просто медленнее, чем просто рокет в пол и рокет в стенку. Потому что мне кажется, у них там, я не знаю, мне кажется, там скорости побольше. Вот он сейчас подлетел, еле долетел, и скорость у него была не такая крутая. Ну ладно, что говорить. Винтер 36, плей. На 400 миллисекунд быстрее, чем Кет. Не знаю, что еще. Ну и это, в общем-то, наш соклон. Вот, тоже получилось две ракеты запустить. Использовал одну в стену на 920. Надо было посмотреть, какая у Кета скорость была. Да, но у него там, по-моему, 800 с чем-то было. Да. Тут хорошо завернул. Ну, так, возможно, даже и быстрее. Хотя, если с X сделать порезче это все. О, в конце он ракету завязал. Да, в конце у него была классная ракета. Ну, я думаю, ну, подозреваю, что у Гризли будет точно такой же тайм, только... Ну, точно такой же роуд, только ракеты посильнее. Собственно, Гризли этим и славится. Сейчас посмотрим. Плей. Да, 2х. Да, скорость, в принципе, такая даже чуть... О, 800 с чем-то была, но... Ну, такая же в целом 900. Он стрейфом добрал, да. Потом, да. Нормально так. Ну, нет, я тут сейчас выключил эти снап-зоны. Во, он, видишь, сразу наверх залетал. Да-да-да. Ну, тут вопрос именно, да, как лучше-то. Ой-ой-ой. И стрейфом закончил. Ну, вот он, скорее всего, вот эти 300, как мне кажется, вот... То, что он с рампы сразу залетел туда. Наверх, да. Да, мне кажется, вот эти 300 там. Потому что финиш его немного медленнее. Да. По общей скорости. Ну, не знаю. Сотку где-то. Ну, ладно, давай к ЦПМ. Как много демок. Начнем, да, с неизвестного 30. Чувака. 43.5. Кто это такой? Это, не знаю, Unnamed. А на сайте не написано? Сейчас я быстро гляну. На сайте... 720 какой-то. Я не знаю, кто такой. А, это 720. Ну, что-то знакомое он иногда вроде на стримах бывает. Я не знаю, честно. У них на стримах другие ники совершенно. Я их не запоминаю. Я их помню как по никам, которые еще не в DeFi. Сейчас, где? Так, все, ок. Ок, свернуть. И на MadPlayer Play 720. CPM, видимо, это новичок тогда был. И я не могу сказать, насколько тут... Классно. Ну да, новичок, в принципе. Ну, это же... Долетел. 920. Да, две ракеты использовал. Даблджамп без слика. Использовал плазму. Кстати, мне кажется, многие не подозревали вообще, что там слик. Я сам-то случайно узнал. Он даже... Ну, он же не выделен там никак, ничего. Если ты просто гоняешь, особенно в ВП3, там фиг узнаешь. Через низ проходил, чтобы Battle Suit остался. Ну, в физике CPM намного проще было за 30 секунд пытаться добежать как можно дальше. Потому что, ну, как бы давался на 30 секунд Battle Suit в начале. Да, и в конце он, кстати, ракеты... Ну, ракет очень мало использовал, но зато вроде никуда не впилился, ничего. Просто чистенько прошел. Ну, вот единственное, перед финишем, перед финальным поворотом, там верхнюю эту штуку, которую я зацеплял. Зацепил тоже. Это было не очень так. Топку. Плей. 40 и 640. На 3 секунды быстрее. Он... Сейчас посмотрим, как он плазму будет проходить. Будет ли он ее также использовать. Он как в УК-3, по-моему, проходил. Он даже не пытался поворачивать. Да, ну какой-то. Просто сейчас смотрит. Ой-ой-ой, задом красивенько завернул. Получилось двух ракет, все хорошо. Ну вот он на этом срезал, мне кажется, основную львиную долю времени. Ой, как он. Да у него хватало времени на то, чтобы там еще пропрыгать и завернуть, и все такое. Да, но одну ракету очень
некачественно там использовал. И с тремя ракетами все равно прыгал пешочком. Да. Ну ладно. Ну вот это, не знаю, это большой недостаток. Нужно пытаться, даже если вы чувствуете неуверенность, вы знаете, что вы можете выстрелить и куда-то улететь, нужно делать это, нужно пытаться стрелять, потому что иначе вы не обретете вот этот контроль, как бы, не знаю. Ну то есть нужно пытаться, нужно стараться лучше, нужно, если у вас есть ракеты ИБС, почему их не выстрелить, тем более там прямая, да, никуда поворачивать там не надо. Это все равно будет быстрее, на сотку, на две, но быстрее. Тем более, это физика CPM, и там намного проще заворачивать. И да, после... То есть, даже если вы будете вылетать, можно будет обратно завернуть успеть. Ну, то есть, в CPM намного сложнее тут вылететь было прям вообще. Так, это кто был? Это был Утопку. Headhunter, Украина, Луганск, Play. 38,8 на 2 секунды быстрее. Из клан год. Да. Он как ты посчитал. Топовый клан. Да, головой ударился. Ой, не успел. Да. Не знаю, получалось ли у него когда-нибудь такое. Там вроде не плазму брал. Мне кажется, проще было набраться. На ракеты залезть наверх, а потом просто как бы прыгать под это же CPM. Все такое. Да. А, ракета в сторону. Ну, не совсем как-то уверенно так действует. Еще на одну ракету может хватить. Да, хорош. Но вот он хотя бы использовал, как, да, по максимальному. И не бегал за батлсьютом. За счет этого, мне кажется, он и срезал. Потому что у других более ровное, мне кажется, прохождение. Но там надо так смотреть. Сапожник, плей. S4, ползник. S1K. Он пытался, я не знаю, что он пытался. Бусты, но у него они вообще не получались. Рокет вниз не пустил, видимо, не успел. Хотя вроде целился вниз, чтобы туда, наверное, выстрелить. Вот он. О, вот так вот надо проходить. И здесь рокет. И сейчас еще в правую стенку мог запулить ракетой, но... А здесь уже... Еще. Впритык, еще, там еще 50 прицель было, там нужно под... Ну, можно же. Да, можно, но если ты стрельнешь прямо впритык стенки, ты сдохнешь. Ну, пройдет еще раз лучше, в чем проблема. Пекарь, на секунду быстрее. Плей. 35,6. Все демки. Ну. CPM намного больше разницы, чем в V3, потому что здесь много поворотов и сохраняется скорость. О, Рокет даже словил, который пускал. Ой, даже засликал. Вау. Он с конфигом Зерга играет. Ой, остановился. Ой, сколько он потерял. Начало такое классное было, а здесь он потерял прям... Секунды три, и вот здесь вот очень много пешочком ходил. Еще ракету. Нет, не выстрелил. И здесь еще полсекунды минимум потерял. Вот. Пекарь. Зуперзучи 32,4, плей. У меня здесь что, 21,3 нубски. 21,3? Да. Ну, я немного играл, я так потестил, посмотрел, что за мапа. Ой, он опять тут тоже стоит. Я... Вот он начал уже. Словил ракету. О, почти залетел. Рокет надо было в стенку вязать, было быстрее. А, он в эту стенку завязал. И в левую стенку ракет. Но он, не, нормально. Но единственное, вот он мог бы сразу, конечно, залететь, потому что это все-таки CPM, есть даблджампы, можно много стык поиметь. Ой, сколько он промазал в конце. И последнюю ракету еще. Знает, что он пропустил, даже головой помахал нам. Типа, ребят, сорян, я не специально. Лунтик на 200 побыстрее. 32,2, плей, уже
как бы выше, чем в ВК3. Он, видимо, CPM побольше играл. Но он CPM попроще, мне кажется. ВК3, для ВК3 да и проходил он, смотри, как круто. Он лучше, да, чем... Почти как ВК3, кстати, кидал тоже мысли. Нет, но ВК3-то он вообще, по-моему, не так круто проходил. Да. Будем уж откровенны. Все они знают, что они нубы. О, завернул сразу и наверх. Это не зазорно. Неплохие ракеты и финиш. Всё. Да. Следующее. Sky Ellen, Украина. Play. 31,7. Еще на полсекунды побыстрее. Сейчас посмотрим, где будет разница. Вот залет наверх. Успел выпустить ракету. Здесь нормально. 900 надо было побольше, кстати, этой второй ракеты. Он себя как-то высоко очень подкинул. Он, мне кажется, больше как в ВК3 играет, потому что он поворачивает только кнопкой вперед. И даже притормаживал несколько раз. Вроде бы. Ему лучше надо с поворотами тренироваться. Ну, Скайлин сейчас, по-моему, получше уже играет. Наверное. Деку 29.1. Play. 20. Тоже, кстати, с большим отрывом. Заметь, он в ВК3 был большой отрыв у него от предыдущего места. И здесь у него тоже большой отрыв. Здесь у него 3 секунды почти. Там, почти 3 секунды. О, 2х даже. О, ракета даже осталась. Одну ракету поставил на поворот. 1300, в принципе, достаточно много скорости. Ой, как он остановился. Ой, досадно вообще. Что за досадно? И в принципе, в конце вот эти две ракеты тоже, это большой молодец, не зассал и пострелял. Ему рок на 400 побыстрее. Плей. Из Белораши. Белораш. Беларуш. Из Беларуш. Тоже двоих. Но все равно он их прям воткнулся в стенку почти. Если бы он на повороте, может быть и выгодно. А так. Вот тоже кнопкой В поворачивает. Нужно тренироваться кнопками А и Д поворачивать. На такой карте намного выгоднее и удобнее так делать. И он сразу залетел, он первый, кто сразу залетел. Да, первый. Ей, ой, еще. Какой молодец. Прям реально мне доставляет, когда смотришь вот этот все недочеты, да, и человек, который все это делает просто. Причем не поступательно это все менялось, да, типа вот. Если бы он там не тормозил, так было бы намного круче. Ой, тебе не угодишь. Давай дальше. Дукач 27.9. Плей. Дукич, ЮА. Дукач. Воткнулся в стенку, то есть верхнюю не завязал рампу. Использовал хорошо, слик. Да, хоть, использовал слик. Хоть не это так. Первый, по-моему. Ну. Это слик. Либо и кто использовал. Во, да, с одной ракеты залетел наверх. Ну. И здесь тоже дабл джамп с ракетой. И парад. Ракет. Отлично, и прям. На финиш. Ну, можно было и побыстрее накидать там, конечно. Но, в принципе, да, неплохо. RX8 из Питера. Да, плей. На 900 побыстрее. И еще я спойлерну, будет моя демка, которую я не послал. Я не помню почему. Я должен был ее послать, но выиграл в итоге Тутифрути. В общем, но... мы ее тоже посмотрим, потому что там нормально все. Вроде. Я не помню. Так. Ну, поворачивает АД. Да, завернул сразу. С одной ракеты. Здесь тоже все вроде бы побыстрее. 1200, 1100. И здесь 1500. И очень стрелял.
Ну, в принципе, этого и достаточно, да, чтобы сделать 27 секунд. И с огромным да, он, отрывом. Он давно вроде кипишь. Играет, RX-8. Да, да, кстати, да, RX-8 поигрывает. Но его редко сейчас видно, к сожалению. Ну что, кипиш плей. 25,2. Еще на 2 секунды быстрее. Ну, почти, да. Я надеюсь, он головой будет биться в этот в рампочку первую. Нет. 900 от рампы отпрыгивал. О, слик использовал с одной ракеты. Красавчик. И здесь на поворот этот использовал. Все, в принципе, правильно. Здесь очень много скорости, целую 1000 сохранил. Финиш. Да, кстати, там вот этот момент, который сейчас кипиш чуть не зацепил, там можно, где БФГ лежит, там можно зацепиться еще, потому что при высокой скорости, при даблджампе, там ты стреляешь, ты ну, далеко, высоко вылетаешь, и там постоянно нужно себе траекторию резать ракетой вертикально. Да, что, Минова, чтобы не улететь. Да-да-да. Минова 24,9 плей. На 300 миллисекунд побыстрее. 350, 340, 330. Ладно, я не буду считать. Математика-то не твоя, мы уже выяснили. Не, ну просто на ходу так, не очень удобно считать. Ну надо сесть там с кофейком. Не, нужно открыть калькулятор. Раскрыть там у тебя как книжка растолстая. Так, залет наверх. Посидеть, расслабиться. Ой, не четко залетел. Зацепился. Селёдочку покушать. Финиш. Ну, здесь, да. На том повороте, конечно, очень много потерял, потому что врезался в стену. Но в целом, да, прошел достаточно быстро. Acid Kisses. Это у нас так и был юзер в этом сейчас. Да, так он назывался. 10 место. Play. 24,2 быстрее на 8,7. 600 миллисекунд. 600 лишним. 80. Калькулятор вслух. Да. Очень неплохо. Очень-очень неплохо. 1200. Две ракеты. Ой, я еще ту рампу зацепил. Верхнюю. И она ему еще была скорость. Ну, наверх сразу. Сразу наверх. 800 скорости. Рампа неплохая, даблджамп под себя. Финиш. И напрямую две ракеты. Yeah. Да, круто. Хорош. Очень быстро, очень динамично уже смотрится. И я не знаю, почему мы ждем. Вольви 23,5 плей. На 700 еще быстрее. В общем, все быстрее и быстрее демки. О, использовал нормально все ракеты. Здесь вначале, которые были. С одной ракеты залетал наверх, а потом потерял немножко скорости, но все равно получалось у него. Ну, пытался вот еще дострейфить, но не особо получалось. Финиш. Неплохо. Да, да, очень быстро. Вольви сейчас получше, кстати, играет. 23,8 на 700. Хейз, 22,8 плей. Еще. А, 23 скажем. А, ну. Еще на 700. Ну да. Обогнал. Во, это бусты, например, наконец-то появились у народа. Потому что до этого, по-моему, ни у кого бустов не было в начале и там вообще везде. Да. Как до 2007-го. Никакого бустов нет. Слушай, вот моя дорожка почти. 22,8, да. Нормально, очень-очень быстро прошел, очень качественно. Эвенджер сделал еще быстрее. 22,5 плей. Да. На 300 быстрее. На 300. 312. Ну, ладно, ладно. Ты калькулятор открыл, я смотрю. Нет, нет, не открыл. Я в уме вычитаю. Делаешь успехи. Ой, я 3300. Он как высоко подлетел. Да, ну, кстати, сверху еще тоже можно зацепить. Ну, скорости здесь очень много, у него большой молодец. 1000 вообще на полу. Ой-ой-ой, хороший большой еще бат. Рука здесь прям напрашивается. Да, концовку у него в конце он много потерял. На повороте. Ну, не, в целом конец вообще, не знаю, мне зашел.
Ну, в самом конце он, да, классно зашел. А вот перед этим, когда он поворачивал налево и дабл джамп, там был, не знаю, как-то не такая нормальная скорость. Ну ладно, все. Вот здесь у нас сенсация для желтой газеты. Пус обогнал Эвенджера на 200 миллисекунд на комбо-карте, между прочим. Или, ну, Рокет, можно сказать, карта. Плей. Мягкий пус, он же победитель Дефраг онлайн капа номер 11, по-моему. Вот, он бусты, видишь, научился делать, поэтому, наверное... Ну, естественно, он же стримы смотрит мои. Там хочешь не хочешь, научишься. Ну тут очень медленновато, конечно, вот эта вторая часть. Финиш. Да, классно пройдено, быстро. В общем, все хорошо. Да, и Торнер с большим-большим отрывом. Секунду 21.4, да, плей. На 900 с чем-то миллисекунд, 800 с чем-то, ладно. Обошел. Сейчас посмотрим. Быстрое начало, зацепил. Ух ты, как быстро. 2. Бустый, он классный от потолка. Ой, как он здесь в угол зацепился. Да, здесь, конечно, досадно. Ну, он, мне кажется, лишнюю ракету заюзал, и из-за этого очень медленно получилось. Он там в угол воткнулся прям очень плохо, скорость потерял. Он Шевин, плей, на сколько это? 48 бы быстрее. Нет. Почему нет? Не знаю. 0.48, ну там. Вот. Так, правильно, конечно. С внешней рампы хорошо, в принципе, все заюзал. 1400 скорости. Да, заскимил уголок здесь. Залетел наверх. И здесь бустанул отлично двумя ракетами. Да, вот. Очень-очень даже неплохо получилось. Финиш. 21.4. Очень хорошо прошел. Так. Веном, это у нас. Подожди, что-то туплю. Почему? Че? Нет, сейчас. Это. А че? МДФ на эдемке внизу. Не, я понял. Сейчас я быстренько промотаю, что-то я туплю. А, все, конце много потерял. Скейл 1. Ок. Веном 29. Плей. Плей. Просто я Торнера смотрел, он от меня очень много плюсов был, а в конце он с минусом финишировал. Ой, как он много людей играл. Шмурутик на 1400. Классно залетел. Даже первый чек плюс от меня, понял? А, это у меня старый, да. А, или нет, не старый. Короче, не знаю. В общем, да, очень качественно проходит, хорошие бусты. Очень качественные ракеты. Но на финиш не осталось ракеты. Это онлайн-демка была, да? Да. Круто. Black Dynamite, Франция, он же Zorn. Play. Это второе место, да. Топ-2. Поздравляем Динамита со вторым местом. Он так и называется, да? У него ник. Zorn. Он заранее кинул ракету, выстрелил. Я приблизительно как-то так проходил. Но у меня по чекам все плохо. По моим чекам. Но по скорости вот, да, и на финише осталась ракета. В принципе, все очень четко сделал. И занял он там второе место. И топ-1. Тутти Фрутти. Поздравляем его с первым местом. 19.5. Вышел он с 20, наконец. Посмотрим демку. Большой красавчик. Плей. Большой-большой красавчик. Да. А Москаль демку не прислал ни одну. Нет, Москаль не прислал. Москаль зассал. 1600 здесь. Вау, да. Крутая скорость со слика. Да, очень-очень много тут. 10700. И сразу вот. Ой, но он за мной просто спекал. Повторил, говоря, мой ролл так медленно на секунду. Ок. Так. И, в общем, собственно, не знаю, давай мы можем посмотреть, как мы можем сделать сейчас. Давай сейчас, давай посмотрим, потом уже твои. Ну, да.
Сейчас мы... Готов? Нет, да, твою демку сейчас смотрю. Обычно там скейли. Да-да-да. Плей. Да, готов. В общем, это демка Вуди, как он проходил. Потом еще раз посмотрим топовые демки в замедленном повторе. В общем, вот там демка. Почему ты не комментировал? Ну, решил промолчать, пока была демка. Так, ну что ж, давай смотреть демки в замедленном повторе. Time scale 0.5, ну ладно. Демка Grizzly. Готов? Подожди. Я в папках немножко заблудился. Так, time scale 0.5. Готов? Play. Да, поехали. В общем, демка Grizzly занял он первое место. Сейчас посмотрим, как он у него. Он начинал от стенки. Ну да, сначала в горизонтальную, потом в боковую стенку. Ловил две ракеты. 2x. Нормально отстреливался. Не долетал до верхнего этого рампы, но зато двумя ракетами отстрелился. Здесь он стрелял вниз и в боковую стенку и долетал вперед. С сохранением скорости. Даже заскимил уголок чуть-чуть. Много. Да, здесь он прыгать будет сейчас долго. Этим стрейфом. Но вот ему дали 4 ракеты. Он завернул через фрейм и джамп. И с рампы с двух ракет он залетел сразу наверх. Здесь он разворачивался. С циркла джампа. Залетал сразу наверх. Две ракеты. Отстрел от стены. И как раз у него все ракеты он успел до того, как кончился батлсвит, отстрелить. Вот. И теперь демка Tutti Frutti. Топ-1. Так. Ага. И плей. Зачем ты выстрелил? Лишняя ракета. Он стики словил. Вот, он два раза падал вниз, и поэтому мог дольше засликать. Здесь тоже в этой демке видно. Сослика 1700 набрал. Я не знаю, нужно ли было там прыгать после этого слика второго. Дабл джамп, рокет от потолка. Здесь еще дабл джамп, рокет. Там бы присел, по-моему, даже чтобы не зацепить. И финиш. Да. Ну, грубо говоря, моя демка только помедленнее. Ну, я помню, я и в онлайне, потому что я много. Кто хочет, может отмотать назад, включить 0.5 скорость в Ютубе и посмотреть. Ну что ж, я сейчас у меня только нормально здесь все альтабница. Я переключаю на браузер. И здесь мы видим результаты WarCup 194. Здесь много-много демок. News 73, номер 73. Новость, в общем, кто хочет, может зайти посмотреть. Здесь прокомментировать. Демки все можно скачать, что-то с ними еще сделать, посмотреть, сравнить со своей, если кто-то проходил. Или что-то делал. Ну, обычно несколько топовых демок скачивает, смотрит, сравнивает чеки. Ну что ж, карта CT-002 от Носфа. Подожди, или это автор? А кто маппер? Маппер староста. Сейчас я открыл. Маппер CT-руф. CT-руф, крыша. Контр-крыша. Так, ну, в принципе, все. Вот они, демки. Вот на данный момент, ну, это старый компетишн. Мы потом будем говорить сейчас. Сейчас никакой компетишн не идет, поэтому
Да. Поэтому, Поэтому да. играйте в онлайне Да. просто и все. Хорошо. Так, ну что, всем спасибо, наверное, за просмотр. Лайкайте, Да, комментируйте, все всем. такое, как Да, обычно. ставьте колокольчики везде, подписывайтесь и, собственно, будут варкапы все продолжаться и продолжаться, и обзоры писаться и писаться. Да. Все, всем спасибо тогда. Всем Да, пока. всем спасибо, всем удачи.